Мне вот слова Андрея, нашего гостя, все покой не дают. Он сказал, что экстрасенсы, многие люди, как люди с другой планеты. Вот мне кажется, звезды шоу-бизнеса тоже не с планеты Земля. Да, вот какие-то они особенные. Сверхъестественные способности, например, в 52 года они могут выглядеть на 30. Или вот, на 25. Да, в магии омоложения российских селебрити разбиралась Анастасия Головина. Давайте посмотреть. Я знаю один практический совет, как делать так, чтобы не появлялось никаких мимических морщин. Нужно просто ходить всю жизнь с таким лицом. А какие еще практические советы по сохранению своей молодости знаете вы? Есть такие рекомендации наклеить скотч. Звезды скотч не клеют, зато активно пользуются чудесами научного прогресса – косметологии. Если, не дай бог, ситуация совсем запущена – пластической хирургии. Пятерку лучших укротителей природы открывает певица Наталья Ионова. 25. Почти. 8. 23. Тебе я бы сейчас дала, значит, 32 года. Вот, на этой фотографии, но как бы тебе также шли стрижки, вот когда у тебя было каре, тоже, да, неплохо. Вот я как бы с тобой разговариваю. На самом деле глюкозе 30 лет. Уже более 10 лет Наталья лично выступает на публике. Не использует цифровую обработку голоса, зато активно пользуется услугами косметологов. На четвертом месте эпатажная и прекрасная Лолита. Звезде 52 года, но она продолжает оставаться секс-символом. Снимается в шоу, поет и даже по подиуму ходит. Подождите, но здесь ей даже можно дать, ну, те же как бы 43. Вот так-то. Почти на 10 лет моложе своего возраста. Такой четкий контур челюсти – это, скорее всего, пластика. Была контурная пластика, это скулы сделаны, немножко губки. Бронзу рейтинга получает королева российской эстрады Алла Борисовна Пугачева. I think 38. Сегодня звезда выглядит прекрасно. Тут видно, что все-таки была пластика. Uh-huh. Вот, и даже возможно, что она была не один раз. Яблоко от яблони. Второе место занимает 45-летняя дочь Аллы Пугачевой Кристина Арбакайте. Она всегда следила не только за лицом, но и за фигурой. Вот и недавно вновь поразила всех своей формой. This one, 38. Ну, она выглядит, знаете, ну, 38. Вот так. Mm-hmm. Тоже такая тонкая работа врача-косметолога, скорее всего. Наверняка это мезотерапия, это биоревитализация. Вот эта морщинка между бровей, она полностью разглажена. Наконец мы подошли к первому месту. Золото рейтинга смело отдаем Ирине Аллегровой. Немножко по шее скажем, что точно за 50 тут. 51. Инъекции ботокса, инъекции гиалуроновой кислоты. Вот. Ну и я так думаю, что подтяжка. Вот натягивается, отрезается лишняя кожа и делается шов незаметный за ушами. Вот так, хочешь быть популярным, принимай все побочные эффекты. А мы пока и так молоды и прекрасны. Настя Головина и Данил Гончаров.